Йо, это снова я, и это игра под названием Вишстал. Со знаком вопроса. День первый. Она на русском. Это от компании The Works. Телефонная игрулина. Проведите по экрану влево или вправо для выбора между кабинками. Вверх, чтобы забрать кабинку. Держите, чтобы открыть дверь. А можно я это? Обычный страшный унитаз. В чем цель данной игры? Выжить в туалете. День 2. Нам нужно просто на протяжении 9 дней выбирать сортир. С каждым днем кабинок становится все меньше и меньше. Сейчас их 8. Наша задача сейчас увидеть скример. Обычный сортир. День 3. Похожий на смайлик. Интересный шрифт, конечно, выбрали для русификатора. Хотя, может быть, это оригинальный шрифт. Ну, давай, давай, от 1 до 8, давай. До скольки это, кстати? 7 уже. Да, в день отнимается по одной кабинке, останется только одна. Давай третий попробуем. Мы нашли клоуна. Ну его нафиг, но он нас не отпустит. О, да. Забавно. Веселый такой, я не могу. Такой веселый парень, а? Чё ж ты делал-то в туалете, а? Ну, сидел, ждал меня, очевидно. Я сомневаюсь, что это не рандом. Ну, давай сразу третью. Обычный сортир без сюрпризов. День 2. Такой веселый парень. Что там зеркало, кстати? Ну, писсуар в зеркалах. Это ладно. Это допустимо для мужского туалета. Хотя, в принципе, можно повозмущаться насчет того, что... Времена сейчас другие, и не только писсуары нужны в мужских туалетах. Ну да ладно. Это шуточки не нашей страны. Как бы. Не страны интернета. Но России-то. Пошли во второе. Там вот третье в тот раз выбрали. Вообще, хоть раз проживем дольше 3 дней, как считаешь? Проживем. Я бы хотела, в принципе, за 1 день эту игру пройти. Там всего-то ничего, чопа, не 2 видео делать, правильно? Значит так, система такова. Имеется с каждым днем все меньше кабинок, и с каждым днем все выше риск того, что ты получишь скример. Я просто... О, господи, я не заметила этого. Установила подозрительная дорожка. Но подозрительная дорожка — это путь к безопасному туалету, так что... О, боже. О, боже. Пошли колканавты в последнюю кабину. Он там вон. Моющие средства пьет. А, он допил и ушел. А ладно, это будет безопасности. День 6. Со 2-го раза. Представляешь? Ух ты. А давай сходу ломанемся. Короче, у нас имеется 2 кабинки, в которых может произойти задница. Маленькая такая клоунская, запень. Ага. Пошли туда, куда ведет тропа боли и мучений.
Он все стоит так и смотрит. А точно скримера не будет. Кто обляпал стены? Кто будет ремонт делать, а? Скажи, пожалуйста. Господи. Там же какие-то сигналы инопланетяне уже. О, блин. О, блин, о, блин. Ладно, пошли по вторую. Сейчас мы скри. Есть. О, нет. Прошлые жертвы. Нам пометили путь своею коровью. О, туалет в нашей школе. Одна кабинка и куча умывальников. Вообще, вне зависимости от пола, у нас в школе просто была одна кабинка, а остальное делайте, что хотите. Ладно. Школьные годы чудесные. О! Привет, портал в никуда. Экзит! Ей, выход в туалете. Туалет — это всегда выход. В некоторых смыслах. А тут буквально. Буквальный смысл выхода в туалете. Да. Давно вы не видели хорроров про туалеты. Маленькая, коротенькая игрунька. Давай еще раз найдем того Хлунядза. Его еще, блин, найти надо. Вот я прошла игру со второго раза, да? То есть, мне кажется, нужно найти самую чистую, выбеленную, выснеженную дверь. Прям-таки простерилизованную. В какую я там провернулась в тот раз? Давай, в третью. Самая светлая. Вперед! Ну, блин. Обидно. Второй день. Ну, пойдёте, ну дайте мне это самое, а. Я к пацану в гости. Ну, блин. Эх. Когда надо не везет, когда не надо везет, да? Интересная у меня методика. Можно просто развернуться и уйти. И тут есть какой-то приз, типа как в игре Кальмара. Доживи до последнего туалета и получишь там сколько-то хреново знает денег. День 4. Ну давай, четвертый день. Ты должен быть везучим на смерть. Давай, 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 давай. Обляпанная дверь. Есть. Вот такой прекрасный парень. Я эту фотку на ориентировку, на розыск посажу. В общем-то, вот так. Прошли, зафоткали пацана. Походили в туалет 9 дней подряд. Ой. В общем-то, все в описании. Пока.